Итак, ну что ж, ареру, мои маленькие любители покушать. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем начинать проходить такую увлекательную игрушечку, как Car Mechanic Simulator 2021. Была пилотная серия, и она вам очень понравилась, вы запросили продолжение, и вот целый летсплей по этой игрушечке. Насколько мы далеко зайдем по этому летсплею, зависит только от вас. Нас приветствует эта игра с самого начала и поздравляет с тем, что мы приобрели здесь этот наш первый и, надеюсь, не последний гараж. Здесь у нас имеется заправочка, сам гараж, в принципе, ничего особо интересного. Давайте попробуем зайти в наш гараж. Да. Полная разруха. Ничего у нас практически нету, кроме самых необходимых деталей. Даже сварочного аппарата нету, зарядки для аккумуляторов нету, ничего. И это нам предстоит постепенно приобретать по мере развития и по мере прохождения этой игрушечки. Самым первым действием я хочу приобрести себе планшетку, которая позволит очень сильно мне немного экономить времени. Но остальное пока приложится. И первым делом я хотел бы сразу начинать выполнять заказы, которые у нас здесь есть. И первая сюжетная машина — это Люксор Барон. Здесь нам предстоит заменить масло, слить старое и новое. Можно почитать предысторию этого автомобиля, но мне кажется, они не особо здесь интересны. Если хотите, можете поставить на паузу и прочитать. И также нам предстоит выполнить какие-то другие задания, которые возникают у этой машины. А вот и сама машина, которая к нам приехала. По-моему, ты нам говорил то, что... которую буквально недавно купил, да? В идеальном состоянии, да? Ну ладно, поехали, старушка, на подъемник. Давай, рассказывай, где у тебя что болит и где тебе что лечить. Поднимаем тебя сразу на подъемнике. Сразу мы будем вот этот вот маслосборник под подъемничек. И сразу мы отсюда масло все сливаем. Да, черное-черное масло. Ладно, убираем маслосборник в другое место. Да. Нехило тебя потрепало. Масляный фильтр сразу под замену. Сразу я себе новый фильтр куплю. А лучше штучек 5. Ведь масляные фильтры, как показывает практика, это такие вот расходники, которые очень часто нужны. Сюда мы заменяем его. Замечательно. И что ты нас просишь еще здесь заменить? Воздушный фильтр. Покрышки просишь заменить. Топливный насос и тормозные колодки. Для упрощения работы я себе вот так вот все помечу галочками. И так и удобнее будет смотреть. Ага, топливный насос у нас находится возле бензобака. И воздушный фильтр находится у нас под капотом. И начнем мы, пожалуй, с самого простого. Это вот карбюраторный воздушный фильтр. Перед его снятием я, естественно, нажимаю на буковку X для того, чтобы занести его сюда вот в список покупок. Демонтирую я этот воздушный фильтр. И теперь, зайдя в список покупок уже в планшете, я этот воздушный фильтр сразу покупаю себе. И сразу же сюда его устанавливаю. Замечательно. И с топливным насосом мы поступаем таким же ровно образом. Теперь же перейдем к самому интересному, к покрышкам. Для этого мы снимаем обязательно все 4 колеса, ведь все 4 покрышки нас просят сменить. И заодно мы будем менять передние, получается, тормозные колодки. И тормозных колодок я, пожалуй, тоже куплю побольше изначально. Чуть больше я вложу в это нашего бюджета, но я думаю, то, что это окупится. И чтобы не забыть сразу тормозные колодки и вот это вот тормозные суппорта, я сразу ставлю на места, а уже потом я буду сюда ставить готовые колеса. И ровно симметрично мы поступаем с нашим правым передним колесом. Правда, было бы то же самое, если бы мы не встретили тут закисший болочек, но парочка капелек ВДшки замечательно помогает нам избавиться от него. Когда же все 4 колеса были успешно сняты с этого автомобиля, мы можем успешным образом подойти к шиномонтажному станку и разбортировать, получается, хотя бы одно колесо, для того, чтобы узнать, какая именно покрышка на этом колесе стоит. Так, снимаем его отсюда. Покрышка стандартная, 215 на 75-15, замечательно. Планшет, резина, стандартная. Количество 4, размер 15, ширина 215 и 75 профиль. Покупаем. Получается, сразу мы старый диск и новую покрышку бортируем. Снимаем. Пока у нас... разбортируется, получается, следующее колесо. Новое, получается, колесо, которое мы только что забортировали, мы калибруем. И уже сразу можно устанавливать, получается, наши колеса, которые уже откалиброваны и уже установлены с новыми покрышками на наш, пусть и не новый, но все-таки автомобиль, который прислал нам заказчик. Четыре колеса у нас полностью установлены. По заказу нам остается лишь залить новое масло и заменить все жидкости.
Это вот проще простого. Для замены жидкости нам потребуется специальный инструмент для откачки жидкости, который у нас здесь успешным образом имеется. Все, получается, все жидкости я откачал, и после того, как я откачал все жидкости, мне не остается ничего иного, как доливать их сюда, ровно так же, как просил нас и заказчик. В бачок стеклоомывателя мне приходится заливать именно вот до горла, до пеночки буквально, прямо до горлышка. Именно столько от нас потому что и требуется. А вот с маслом немножечко другая ситуация. Для того, чтобы не пользоваться щупом, можно лишь заметить небольшое отклонение нашей канистрочки, и именно тогда заливать масло нам предстоит окончить. Ровно так же нужно поступить и с гидроусилителем. Вот все, буквально наша баночка чуть назад самостоятельно отклоняется, а значит заливать жидкость в бачок прекращать нужно нам. И именно так же нужно поступать с бачком радиатора. Все, жидкости все я налил, получается. Капот я закрываю и забыл я про тормозную жидкость. Замечательно. Все, готово. Снова мы закрываем капот. Та-дам. Завершаем. Мы, получается, успешный заказ. Получаем аж много опыта и денег. Мы на 191, между прочим, целый бакс в плюсе. Пока нового сюжетного заказа у нас нету, но мы ни за ним не гонимся. И я бы хотел тем временем перейти в инвентарь наш. Ну а пока у меня здесь есть ящик, и его мы успешно открываем. Какие бы карты выбрать? Ну давайте вот так вот по стандарту. Карта сараев и кредиты. 42 кредита, неплохо. Карта сараев, мы ее сразу используем. Хоть сарай мы сможем переходить только с какого, не знаю, уровня. Но уже иметь сарай было бы неплохим решением. Что ж, давайте снова перейдем с вами в заказы. Раз тот заказ у нас успешно выполнен. Ладно, я полагаю то, что нам придется все-таки взять, допустим, вот этот вот Volkswagen. И заменить в нем тормоза. Допущено это состояние, конечно, братан. Поменять здесь тормозные диски, колодки, гидравлический блок и тормозной диск. Я так понимаю, ты каким-то колесом очень так успешно затормозил. Рассказывай, где у тебя болит. Ага, не одно колесо, аж три сразу. Ладно, поднимаем тебя. Видимо, ремонт тебе предстоит непростой. Начнем мы, пожалуй, с гидравлического усилителя. Гидравлический усилитель в этот раз нам придется покупать не в главном магазине, где мы до этого покупали, а в запчастях и электронике. Покупаем. И обратно устанавливаем. И сразу на него мы крепим модуль ABS, который был здесь по заводу установлен. Все готово. И теперь мы снимаем покрышку, которая нам очень сильно мешает получить доступ к тормозному диску. Вентилируемый тормозной диск. Это тоже такие вот расходники, которых потребуется очень много. Но из-за того, что у нас сейчас очень мало кредитов, пить их в большом объеме нам не позволяет просто банально нехватка финансов. Поэтому хотя бы я покупаю один тормозной диск, и один тормозной диск я сюда устанавливаю. И примерно такую же систему мне нужно проделывать с задними тормозами. Не самое интересное занятие, конечно, в плане автомеханики, заменять тормоза. Не самое благодарное, между прочим, занятие. Но этим заниматься тоже нужно. Вот, нас тут просят заменить тормозные колодки. А между прочим, я их уже заранее купил. Так что покупать в этот раз мне их не придется. Даже несмотря на то, что, кажется, они и стоят очень дешево. Еще одно колесо я сделал, и осталось последнее. Я установил сюда тормозной диск, который нам и требовалось. Закрываем капот, смотрим. По состоянию автомобиля у нас все замечательно готово, и мы успешно завершаем заказ. Заработав на этом аж 500 кредитов на секундочку, больше, чем за сюжетный, несмотря на то, что мы там немножко тратились. И по заказам, ну-ка, удиви меня. Вау. Ладно, согласен, ты меня удивила. Тормозами что-то не так. У Атом Рентон и Эден Джаггер. Давай, Атом, снова мы тебя принимаем, но это... Как я понимаю, у тебя будет точно то же самое. Вау. На секундочку, это точно такая же машина, которую я ремонтировал в прошлой серии. Что у тебя болит? Тормозные диски, тормозные суппорта и колодочки. Ну, ничего такого критичного. Знаешь, что мы с тобой сделаем, пока твой хозяин тебя не видит? Я бы хотел бы на тебе отправиться на тестовый трек. Хозяин же все равно отдал мне тебе, получается, ключи. Вот мы с тобой сейчас возьмем, погоняем чуть-чуть. Хозяин ничего не узнает, а я точно знаю, что у тебя болит, как бы, в плане диагностики, все дела. Вот я даю газу, вообще не слышно, вообще ноль звука. Давай газу. Воу-воу-воу-воу-воу. Кстати, она плавненько достаточно едет, но все равно занос у нее есть. Так же, как и у той машины, которую я собирал до этого. На свалке. Занос у нее присутствует, но не в таком формате. Но я бы не сказал, что у нее тормоза как-то очень плохо работают. Да вполне нормально. Все-таки, когда едешь на тестовый трек на подобной красивой машине, ожидаешь же бурю эмоций и больше взрыва. Но, к сожалению, мы имеем, что имеем. Ну да, нам и говорят то, что у тебя вот такие вот ошибки. Так, ладно, поехали на подъемник и будем ремонтировать все то, что у тебя болит. Все успешно я здесь поменял. Тормозные диски,
колодки и один суппорт. Даже немножечко себе в плюс по деталям я ушел. Совершаем здесь заказ. Получаем 440. Мы в небольшом минусе, но все так запланировано. Потому что я закупил деталей гораздо больше, чем потратил на эту машину. Ладно, кто у нас еще по заказам? И привет, Гриффин Туро. Судя по синей надписи, у нас это сюжетный заказ. Здравствуй, Джоанна. Заменить масло, другие задания. У тебя стучит распредвал, то есть мне придется капиталить у тебя движок. Ладно, надеюсь, не так все у тебя плохо, как я думаю. Привет, Гриффин Туро. Очень напоминает мне на какую-то классическую машину. Я знаю, есть модификации, которые заменяют название игры на название реальных машин, но я не знаю, насколько мне сильно прилетит по шапке от YouTube за это, поэтому пока что будут именно такие названия. Так, и что у тебя? У тебя сайлентблоки, не найденные детали, заменить нужно тебе масло и жидкости. Ладно, это не страшно. Самое страшное то, что у тебя очень много чего по двигателю, проблем всяких. По-моему, ты даже не заводишься. Ну-ка попробуем. Ага. Масла не хватает. Ладно, долил я сюда масло. Теперь ты заведешься? Завелась. Для того, чтобы попробовать выехать, мне пришлось заменить все жидкости абсолютно в этом автомобиле. И теперь мы сможем с тобой выехать, интересно, на тестовый трек. Для того, чтобы протестировать твою ходовую полностью и попробовать найти те неисправные детали, которые у тебя имеются. Да, с двигателем, конечно, у тебя все плохо, но не так, что плачевно. Да, у тебя проблема с сайлентблоками явная. И с рулевой я вижу у тебя проблема, ведь ты как-то не очень уверенно заходишь у нас в повороты. Что с подвеской? С подвеской нормальная, ладно. Одной проблемы меньше. И тормоза вроде как у тебя должны быть нормальные. Ну, как минимум, бочком ты наваливаешь так себе. Сайлентблоки, как я и говорил, тормозные колодки, тормозные диски. Все-таки у тебя есть проблемы, поэтому ладно. Остальное, в принципе, более-менее в порядке. Поехали с тобой сразу на подъемник. И что ты мне интересного расскажешь? Ага, посмотрите. Я нашел, получается, сразу, протестировав ее на тестовом стенде, все неисправности, которые могли бы у меня здесь возникнуть. Хорошо, это меня уже радует. Ну что ж, поехали на подъемник. И давай сначала с тебя первым делом сольем масло, прежде чем, естественно, лезть в двигатель. А теперь уже будем думать, что с тобой делать дальше. Я уже успешно все пометил. Вижу по задней оси проблемы. Вижу здесь проблемы. Ремни ГРМ вижу, которые нужно поменять. И немножечко свечей. Ну ладно, поехали. Начнем мы, естественно, с двигателя. Для этого нужно вынуть все катушки зажигания. Снять крышку головки блока цилиндров. Для этого придется открутить достаточно большое количество болтов. Ладно. Знаете что? Прежде чем это делать, у нас же тут есть возможности апгрейда. Улучшений, так называемых. Которые нам дали очко целое для улучшений. Благодаря тому, что мы с вами достигли второго уровня. Я бы, как истинный еврей, потратил бы все это на постоянного клиента, который дал бы нам 5% скидку для покупки. Но я потрачу это на быстрые руки, для того, чтобы быстрее откручивать детали. Ведь время — это деньги. И ведь так у меня получится сэкономить денег, мне кажется, больше. Он сразу как дело пошло по сравнению даже с предыдущими разами, когда я пытался что-то откручивать. Теперь же, когда я снял крышку, для того, чтобы достигнуть распредвала, нам нужно снять ремень ГРМ, а это крышка ремня ГРМ, и все навесное, что мешает добраться до туда. Крышку мы сняли. Ууу, натяжитель у тебя в плохом состоянии, шкифы у тебя в плохом состоянии, да. Плачевно. Сам ремень у тебя. Как ты все это вот, моя хорошая, до такого состояния это вообще довела? Не стыдно тебе было эксплуатировать машину вот в таком вот виде? Так, все получается и навесное, и ненужное, то, что мне нужно было, снял. И сейчас нужно будет вот эти вот крышки распредвала тоже заменить. И сразу заменить вот эти вот свечи зажигания. Распредвал мы сняли успешно. И получается, по монтажу в двигателе у нас осталось ничего. Остальное все более-менее в хорошем состоянии. И теперь мы начинаем обратный монтаж вместе с покупкой всего необходимого. Распредвал я установил на место, так же как и собрал ремень ГРМ в обратном порядке, так же как его и разбирал. Проблем-то абсолютно никаких не составило, лишь нужно было закупить все эти детали, которых нам не доставало. Все успешно, практически сбор двигателя окончен, осталось лишь установить свечи зажигания, которые можно успешно у нас купить в магазине электроники. Купил я их чуть больше, но про запас, ничего страшного не произойдет на самом деле. Так, двигатель у нас все. Теперь переходим к сайлентблокам и к тормозной части. Переходим к демонтажу
и к монтажу, соответственно, новых, которые мы только что и купим. Пока идет немножечко рутинный процесс, который подразумевает под собой ознакомление с игрой, для того, чтобы играющий мог ознакомиться с ее азами и ознакомиться с устройством самого автомобиля, ну или хотя бы с базовым представлением его о таковом. Самое интересное у нас начнется, когда начнется заказы, в которых мы не будем знать о том, что у нас сломано, и нам самим придется диагностировать это. Но до этого нужно как-то поиграть в то, что мы сейчас играем, и собирать то, что нам буквально игра подсказывает и проводит нас за ручку по этому увлекательному процессу. Получается, и все. Получается, четвертое колесо я поставил обратно на место. Цилиндроблоки все я поменял. Тормозные колодки все я поменял. Посмотрите на эти просто кучу колодочек. Нам осталось здесь поменять охлаждающую жидкость. То бишь, откачать то, что имеется. Залить сюда снова жидкость новую. Поменять масляный фильтр. И заказ будет полностью и успешно выполнен. Охлаждающую жидкость мы успешно поменяли. И осталось только масляный фильтр. Новые мы сюда установили и заливаем сейчас самое лучшее и самое, наверное, для нас прибыльное масло. Практически пересобранный заново двигатель. Я думаю, нету смысла абсолютно никакого тестировать автомобиль на треке, ведь я полностью успешно уверен, что он работает более чем достойно. Давай максимум, что мы с тобой сделаем, выйдем сейчас ко входу C и попробуем тебя завести и послушать, как ты работаешь. Пол оборота буквально. Осечки как были, так и остались, но ничего критичного. Но зато более сейчас ровно работает двигатель и хотя бы не стучит, как это было раньше. Успешно мы можем с вами сдавать заказ. И сразу со сдачи заказа мы получаем третий уровень и очень-очень много прибыли. Получается, со следующим уровнем нам доступна новая машина новым сюжетным заказом. Мы ее сразу бездумно принимаем. Ведь любой сюжетный заказ нам придется рано или поздно выполнять. Что ты нам интересного расскажешь? В принципе, ничего интересного, за исключением того, что все мне известно, что тебе нужно поменять, и не составит мне абсолютно никакого труда. Давайте с вами сначала зайдем в ворота и посмотрим, что мы с вами сможем здесь улучшить. Давайте, пожалуй, вот это вот вкачнем. Сильные ручки. Для того, чтобы ускорить, опять-таки, монтаж и демонтаж деталей. Вот. И благодаря тем деньгам, которые мы здесь с вами заработали, я бы хотел купить изменитель давления, цифровой мультиметр. В сварочном аппарате пока у нас потребности нет. Компрессор тоже понадобится нам. Зарядное устройство, в нем такой необходимости нет, но пусть будет, деньги нам позволяют. Глубины нет необходимости. Сканер мы пока не потянем, к сожалению. Диагностическую линию тоже было бы неплохо, но ее мы не тянем. Автомойку тоже не тянем. И все остальное мы тоже с вами не тянем. Нам нужны деньги, которые мы можем получить, только выполняя заказы. Например, как вот этот сюжетный заказ. Но я думаю, что вот этот сюжетный заказ у нас останется на следующую серию. Максимум, что последнее на эту серию мы с вами сможем сделать, это открыть ящик, который нам выпал за выполнение предыдущего сюжетного заказа. Открываем его, и не изменяя традиции, открываем вот это второй и четвертый, получается, карточки. Бонус в виде, получается, ненужного хлама, и еще один ящик, замечательно. Так, и открываем также второй и четвертый вкусности. Немножко денег и карта сараев. Замечательно, все это мы с вами собираем. Карту сараев сразу мы применяем, но посмотреть сараи мы сможем опять-таки только с 10 уровня. Ну и чтобы достичь 10 уровня, нам нужно выполнять заказы. И для того, чтобы накопить денег, нам тоже нужно выполнять заказы. Ну а это мы будем продолжать уже делать со следующей серии. Если у вас есть собственное мнение или советы, как и что мне лучше делать, то я рад буду услышать вас в комментариях. Ну а на этом пока серия все. Выйдет ли следующая серия, зависит только от вас, но нас ждет еще много всего интересного. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И еще услышимся.